В Римской галерее Палазо Сцирия Рома открылась выставка «Сокровища Неаполя», где представлены исторические документы, картины, скульптуры, рисунки, митры и одеяния католических священнослужителей, а также шедевры церковно-ювелирного искусства из Неаполитанского музея-сокровищницы Святого Януария, сообщает сайт «Мост Трансгенарарама». На выставке экспонируется 70 произведений искусства, пожертвованных римскими папами, императорами, королями и другими известными лицами. Выставка рассказывает также о почитании святого Януария, покровителя Неаполя. Она никогда не покидала Неаполь, потому что принадлежит этому городу. Это сокровище, которое представляет неаполитанцев, их любовь к святому Януарию.